Всем привет, с вами Джейкоб, и в общем-то в сегодняшнем подкасте я хочу вас сообщить, что я решил сделать небольшой отдых на своем канале. То есть, что именно я имею в виду? Я имею в виду, что этой неделе ролики не будут выходить, так как ранее я снимал 2 ролика в неделю, так на протяжении нескольких месяцев еле уже держусь, потому что иногда трудно что-либо придумать, что снимать, особенно в понедельник, когда я вообще не знаю, что можно такое интересное снять, но как-то продержался несколько месяцев. Вот, но этой неделе не будет ни одного ролика, ни одного видео. Все дело в том, что я решил немножечко отдохнуть и заодно, возможно, подсниму несколько видео, заодно у меня будут, так сказать, в запасе. Вот, и заодно вы можете еще даже что-то предлагать, какие-то идеи или темы для видеороликов по ссылке внизу. Там ссылочка на мою группу ВКонтакте, там вы можете мало того, что увидеть, точнее, прочитать интересные новости какие-то о моем канале, потому что туда я обычно пишу что-либо, касаясь моего канала, что касается моего канала. Вот, и кроме того, можете предложить какие-то темы для видеороликов. Ну, а пока что на этом все. С вами был Джейкоб, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте видео, смотрите другие мои видео. Я уверен, какое-то, но все-таки оно вам понравится, хоть какое-то видео. Ну, а на этом все. Уже через недельку будут новые видео. В общем-то, всем удачи и всем пока!